В Атырау прошла передвижная ярмарка «Тулга Бол. Стань личностью». Новый проект инициирован Министерством информационного и общественного развития. Его цель – информирование молодежи о государственных программах и консультирование по различным направлениям. В целом мероприятие планируется провести в 7 районах области. В ходе акции молодежь проконсультировали о возможностях получения жилья, программах государственной поддержки, развитию молодежного предпринимательства и профориентации. В передвижной ярмарке приняли участие представители разных учреждений. По словам организаторов, мероприятие будет особенно интересно студентам, которые вот-вот окончат учебу. На ярмарку пришло много молодых людей, которые получили консультации специалистов. Сегодня в регионе активно реализуются государственные программы. Однако консультирование оказывается не на достаточном уровне. Молодой специалист после учебы просто не знает, куда идти и кому обращаться. На первом месте, конечно, стоят вопросы трудоустройства. Учитывая эти обстоятельства, специалисты оказывают свою помощь. Большинство вопросов касались вакансий и реализуемых государственных программ. Молодые люди получили ответы и разъяснения в рамках действующего законодательства. Мансап орталығында жастарға арналған бағдарламалар бар, оның бірі жастар тәжірибесі бағдарламасы. В центре карьеры действует программа «Молодежная практика». В рамках проекта молодых специалистов направляют на работу. Продолжительность молодежной практики составляет не более 12 месяцев. Возраст участников до 35 лет. Также действует программа «Первое рабочее место». Это возможность трудоустройства выпускников, ищущих работу впервые. Размер заработной платы в месяц составляет не менее 30 месячных расчетных показателей. На эту ярмарку пришло большое количество безработных граждан. Наши специалисты дали им свои советы по некоторым востребованным специальностям. Также на передвижной ярмарке были организованы интеллектуальные игры. Победители получили призы и подарки. Аймгуль Харулина, Серик Жексембайулы, Айбек Калымов, телеканал Атырау.